Ну вот, решил проверить, работает ли магнитный мотор, который очень часто рекламируют в Ютубе есть. Вот у меня есть обыкновенный кулер. Провода вот еще лежат. Я их не отрезал. Тут наклеил я магниты. И тут у меня есть магнит. И я сейчас попробую его запустить, как там показывают. Но у меня почему-то не работает. Магниты, они как бы притягиваются. Этот притягивается с этой стороны, а этот притягивается с этой стороны. И они как бы тормозят друг друга. Нужно, наверное, какое-то экранирование делать, чтобы магнитные поля, они как-то экранировались, и было узконаправленное магнитное поле. Вот, но пока не работает. Ну, буду пробовать другие варианты, буду пробовать как-то экранировать. Может быть, когда-нибудь что-нибудь у меня получится. На притягивание. Да, это на притягивание тогда. Вот это получается на отталкивание. Не работает оно. Он почему-то магнитится. Вот. Не знаю, какие они там трюки используют, почему у них работает. У меня не работает. Вот он, видите, тормозится просто все. Пока все.